Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чуваши», информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Сегодня в выпуске. Планы и перспективы. Глава Чувашии провел совещание с главами городов, районов и сельских поселений республики. Новый год, новые правила. В 2016-м в силу вступит изменения в ряд законов. Прорубь с головой. В Чебоксарах к крещению готовят купели. «2015 год для Чувашии был выборным. Сформировано новое правительство и команда органов местного самоуправления. Сегодня главы районов, городских округов и сельских поселений собрались в зале заседаний Госсовета, чтобы наметить задачи на ближайшее время». В июле этого года в России состоится сельскохозяйственная перепись. Чувашия готовится провести инвентаризацию земель сельхозназначения, проверить, насколько эффективно они используются и все ли в порядке с правами на их собственность. По итогам переписи будет сформирована электронная карта земель. По данным на 1 января текущего года в нашей республике подлежат сельскохозяйственной переписи 736 сельскохозяйственных организаций, 30 подсобных сельскохозяйственных предприятий, несельскохозяйственных организаций, 4189 фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 746 некоммерческих объединений граждан, около 248 тысяч личных подсобных хозяйств и граждан, имеющих земельные участки для ведения индивидуального жилищного строительства площадью более 4 соток, на которых ведется сельскохозяйственная деятельность в городской и в сельской местности. Сельхозперепись позволит оценить проблемы и потенциал каждой территории. Однако уже сегодня министр сельского хозяйства Сергей Артамонов предлагает больше внимания уделять развитию личных подсобных хозяйств. Глава Чувашии, в свою очередь, отметил, что необходимо увеличивать посевные площади за счет введения в оборот необрабатываемых земель и максимум усилий приложить для привлечения инвестиций. Обеспечить реализацию не менее одного инвестиционного такого хорошего проекта по развитию сельскохозяйственного производства или предпринимательства, создание точек роста в каждом сельском поселении. Вот, не менее. Кто-то реализует 3, я готов государственную награду вручать по ходатайству главы администрации. Будет 5, федеральную награду будем представлять. Важная задача, которая стоит перед районами и городами – пополнение доходной части бюджета. Михаил Игнатьев призвал глав максимально внимательно относиться к сбору налогов и освоению бюджетных средств. К концу года на счету некоторых муниципалитетов остались деньги. Общая сумма составила около 500 000 рублей. Вложенные в дело, они принесли бы больше пользы, нежели обесцененные инфляцией. Анастасия Алексеева, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры. Ведомству исполняется 294 года. Торжественное собрание прошло и в Чувашской прокуратуре. Ее сотрудников приехал поздравить глава республики Михаил Игнатьев. Времена меняются, а вместе с тем меняются и запросы общества. Нагрузка на работников прокуратуры за последние годы выросла в разы. В это ведомство граждане обращаются по самым разным вопросам. Аферы с приобретением квартир, необоснованный рост цен в магазинах, серые схемы оплаты труда, нарушения в сфере ЖКХ. Все эти проблемы решают прокуроры. Только в прошлом году в республике по их постановлениям было возбуждено более 100 уголовных дел. Прокуроры активно защищают социальные права граждан, устраняют правонарушения в сфере здравоохранения, образования, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и многих других. Высокий профессионализм и самоотдача, принципиальность и выдержка сотрудников помогают успешно решать самые сложные задачи. В прошлом году стали чаще поступать жалобы на задолженности по заработной плате. По итогам проверок были оштрафованы десятки работодателей, выплачено более 130 миллионов рублей. Глава республики отметил, что работники прокуратуры наладили эффективное взаимодействие с другими структурами и властями региона. Только в 2015 году в республике принято 90 законов, более 500 постановлений Кабинета министров Чувашской республики и более 200 указов главы Чувашской республики, а также свыше 500 нормативных правовых актов органов исполнительной власти Чувашской республики. Все проекты данных нормативно-правовых актов рассмотрены прокуратурой Чувашской республики. Это, конечно, рутинная такая творческая, ответственная работа, с одной стороны. Но, с другой стороны,
Тем самым мы минимизируем все те ошибки, которые возникают в реальной жизни. От этого в целом отношение к руководству страны, к органам власти улучшается. Лучших работников прокуратуры сегодня награждали почетными грамотами, благодарностями и часами с чувашской символикой. Четверым вручили знаки отличия за верность закону. С прошлого года у руля прокуратуры Чувашской Республики стоит Сергей Легостаев. За это время в ведомстве появились новые традиции и даже своя команда по волейболу. Председатель Госсовета Республики Юрий Попов предложил команде прокуратуры проверить свои силы и встретиться в спортивном зале. В честь очередной годовщины ведомство планирует провести товарищеский матч. Игра состоится в ближайшее время. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика. По итогам визита главы МЧС России Владимира Пучкова в Чебоксарах провели оперативное совещание. В приоритете вопроса создания региональной подсистемы единой службы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Помимо этого, было принято решение о производстве на предприятиях республики экипировки и обмундирования для пожарных и спасателей. Новая линия – это не только рабочие места, но и внедрение современных технологий. По словам Владимира Пучкова, в 2016 году все подразделения МЧС получат современную технику, коммуникации, базы данных и экипировку. Чувашский таможенный пост стал лучшим в Поволжье по итогам работы в 2015 году. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с начальником Нижегородской таможни Юрием Лушниковым. При оценке учитывались не только объемы работы, но и ее качество, а главное – скорость оформления необходимых документов и проведения процедур. Сроки оформления при импорте по Чувашскому таможенному посту – час 26. Импортная декларация, экспортная – менее получаса. Очень большое количество деклараций регистрируется даже в автоматическом режиме. Юрий Лушников представил нового начальника Чувашского таможенного поста. Игорь Зуева переводит из Саратова. Он уже успел ознакомиться с результатами работы коллег. Чувашская республика – это большой промышленный и сельскохозяйственный регион. Он представлен более 150 участников внешнеэкономической деятельности с товарооборотом в 220 миллионов долларов. Задача такая, что те участники внешнеэкономической деятельности, которые являются добросовестными, с ними поддерживать тесные отношения. Рассчитываю и на нового руководителя, и в дальнейшей нашей совместной деятельности, что мы должны только будем укреплять доверие наших бизнесменов, предпринимателей к органам таможенной службы. Чувашские оперативники раскрыли мошенничество в сфере страховых выплат. В нем подозреваются трое жителей республики. Подробнее в материале наших коллег из пресс-службы МВД. В конце октября в 4-й отдел полиции управления МВД России по Чебоксарам обратилась жительница города с заявлением об угоне автомобиля Toyota Corolla. Но в ходе проведения первоначальной проверки выяснилось, что иномарка с данным регистрационным знаком в декабре прошлого года попала в ДТП в Томске. В аварии иномарка пострадала так, что восстановлению не подлежала. В связи с чем была выдвинута версия о причастности жительницы Чебоксар к инсценировке данного преступления с целью получения страховых выплат, так как автомашина была застрахована по КАСКО в одной из страховых компаний города. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось установить, что документы на эту машину вместе с госномером были приобретены жителем нашей республики, который и разработал схему получения выплаты за угнанный автомобиль. Он и его приятели нашли похожую машину, перевесили регистрационные знаки. Просто отдал приятелю, неприятелю, знакомому машину свою, и все, на время. А вы знали, что будет с ней делать? Нет. А для каких целей? Как так отдали? Нет. Позже предприимчивые граждане застраховали ее как вновь приобретенную жительницей города, которая заявила о пропаже машины. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, по которому проходят трое жителей Чувашии. Наркополицейские чуваши арестовали молодого человека, организовавшего сбыт марихуаны. Преступник задержан в столице Чувашии. Задержанный вырастил марихуану в Ядринском районе, хранил ее в своем доме. В итоге из незаконного оборота было изъято более 2 килограммов марихуаны. Нарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. Кстати, всего в новогодние праздники наркополицейские изъяли почти 4 килограмма наркотических средств. Возбуждено 16 уголовных дел. В
января этого года некоторые законы Российской Федерации начали действовать в обновленном виде. Изменения коснутся самых разных сфер жизни, а наиболее значимых поправках в нашем материале. Приятная новость для автомобилистов. Можно будет оплатить только половину суммы штрафа при условии оплаты в течение 20 дней. Правда, коснется это нововведение не всех правонарушений. Вождение в нетрезвом виде, выезд на встречку, некоторые другие не предусматривают получение скидки. В сфере ЖКХ возрастут пени за просрочку коммунальных платежей. Правда, инвалиды первой и второй групп могут получить льготу при оплате взносов за капремонт. Управляющие компании будут платить штрафы в пользу жильцов в случае оказания некачественных услуг или неверно начисленных платежей. Минимальный размер оплаты труда составит 6204 рубля. В Чувашии с прошлого года он установлен в размере 6988 рублей. Выросли ставки акцизов на некрепкий алкоголь, табак, автомобили с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил и бензин. Стимулирование внутреннего туризма продолжится. В ряде регионов страны можно будет отдохнуть практически бесплатно. Государство вернет часть денег, потраченных на отпуск, если сумма путевки на одного человека не превышает 50 тысяч. Рублей. В 2016 году чиновников различных ведомств и министерств ожидает сокращение на 10%. Близится один из важных христианских праздников – Крещение. В ночь с 18 на 19 января многие верующие будут окунаться в освященные купели. Вода, говорят, в крещенскую ночь обладает особой чудесной силой. Даже считается, что после купания в проруби невозможно заболеть. Многие верят в этот феномен и испытывают его на себе. В этом году в столице Чувашии для купания будут оборудованы 4 купели. Ожидается, что в крещенском ритуале примут участие около 10 тысяч человек. В этом году традиционно площадки для купания будут организованы в прибрежной зоне Волги рядом со Свято-Троицким мужским монастырем. Деревянные купели с перилами и лестницами для схода в воду будут помещены в специальные проруби. В целях безопасности будут усиленные деревянные пешеходные трапы для подхода к купелям и турникеты для ограничения выхода на лед. В этом году лед на Волге тонкий, поэтому спасательные службы будут пропускать желающих окунуться в порядке живой очереди. Также места массовых купаний будут дополнительно освещены, а согреться горожане смогут в специально оборудованной бытовке. Окунаться в крещенскую прорубь нужно правильно. МЧС Чувашии дает советы всем желающим. Прежде чем окунуться в ледяную воду, измерьте свое артериальное давление. Если оно повышено, резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов и даже микроинсульт. А если низкое, судороги и потерю сознания. Также перед погружением в Иордань не пейте спиртного. Алкоголь только поможет быстрому переохлаждению и даст лишнюю нагрузку на сердце. За 1,5-2 часа до крещенского заплыва необходимо съесть столовую ложку рыбьего жира с ломтиком хорошо посоленного черного хлеба или кусочком лимона. Охлаждаться нужно постепенно. Сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем разденьтесь по пояс и только потом заходите в воду. Перед купанием разотрите тело любым жирным кремом или оливковым маслом. Находитесь в воде не дольше 1-2 минут, а когда вылезете, разотритесь махровым полотенцем и поспешите в теплое помещение, где можно выпить горячего чаю. Юлия Важенина, Республика. Каждый год россияне выбирают самый узнаваемый, привлекательный и символичный город нашей страны. Голосование идет в интернете на портале городроссии.рф. В этом году Чебоксары оказались на 20-й строчке. За столицу Чувашии проголосовало почти 28 тысяч человек. За победителя в этом году им стал Севастополь, отдали 314,5 тысяч голосов. Также в пятерке лидеров Хабаровск, Кострома, Пенза и Ханты-Мансийск. Чебоксары остановились первыми в 2013 году. За 4 года ни один город не становился победителем дважды. Однако есть города, которые каждый год оказываются в десятке лидеров. К примеру, Уфа и Иркутск. Сейчас на портале городроссии.рф открыто голосование за звание «Город России 2016». На данный момент лидирует столица Ингушетии – город Магас. Чебоксары пока на 14-й строчке. По данным синоптиков, в среду через Чувашию пройдет теплый фронт атлантического циклона. В столицу республики придут затяжные снегопады и метели с порывами южного ветра до 20 метров в секунду. Ожидается, что за сутки выпадет от 5 до 10 сантиметров снега. На предприятии Дорекс организовано круглосуточное дежурство. Администрация города просит горожан быть как можно более внимательными и осторожными на дорогах и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Это все новости. Я с вами прощаюсь. До завтра.